ДТВ представляет. Друзья, всем привет, с вами канал ДТВ. Подписывайтесь, сейчас у нас 3250 подписчиков. Давайте до марта месяца 2021 года наберем 5000. Помогите нам в этом, ждем подписки от вас. Итак, сегодня у нас на распаковке Defender FreeMotion B545, Bluetooth наушники. Сравним его с такими красивыми наушниками JBL, которые были в предыдущем у нас обзоре. Вот, итак, давайте посмотрим. Да, кстати, картинка вот эту у нас нарисовала Доминика. Оцените ее тоже, скажите, как она. Итак, поехали распечатывать ее. Итак, продолжаем распаковку. Да, распаковка. Где у нас? А какие наушники крутые. Крутые, да. Да, Даниил, согласен. Ой, это какая-то женщина, где? Да ладно, как это Defender FreeMotion. B545. Итак, упаковка очень красивая. Вот такая красивая. Упаковочка. Классная. Классная. И чисто мужские наушники. Значит, купили на Озоне. Цена, но без скидки, 2750 рублей. По скидке стоили 1150 рублей. Мне они обошлись в 1000 рублей, так как была скидка. Значит, Bluetooth 5.0. MicroSD можно ставить. 9 часов работы, в отличие от наших наушников, которые вот JBL в предыдущем делали обзоре. 14 часов они держат. Вот FM-радио. Здесь, кстати, радио, по-моему, нету. Вот. Ну, давайте распаковываем. Посмотрим, что у нас тут в упаковке. Так. Да, какой богатый арсенал. USB. Давайте посмотрим. Там у нас где-то примерно с мою руку было по длине. Не знаю, почему не делают 3.0, до сих пор 2.0 штампуют. Нельзя вот Type-C сделать по-нормальному. Ну, кстати, здесь подлиннее провод. Итак, здесь джек на джек. 3,5 мм. По-моему, очень длинный. Это если, наверное, зарядка закончится. Вот смотрите, сколько здесь. Ой, очень длинная прям. Метр. Ой, даже больше метра здесь. Так, и сами наушники. Да, здесь никаких книжечек нету почему-то. Хотя сейчас посмотрю. Навряд ли. Обманули у нас так. Книжечка все же есть. Давайте мы туда заглянем. Бог с ним. Так, ну поехали. Наушники. Давайте провода мы тоже отсюда берем сейчас. Да, все лишнее. Так, сравним их по размеру JBL. Чуть-чуть побольше. Ну, так они другие совсем. Да, другие. Ну, кстати, амбушюра здесь побольше. Фуфло. О, мягенько. Ну, здесь, да, помягче как-то. Ну, здесь зато кожаный, по-моему, такой. Да, ну, фуфленький. Эти мягенькие такие. Здесь также все. И складываются хорошо. Здесь тоже раскидывается. Ну, единственное, да, здесь вот... А, не, можно смотреть. Ну, здесь только вот так, если сложить. Нет. И то как-то стрёмно, чуть не испугался. В общем, деревянные наушники. Здесь они вот так складываются. Да как хочешь, то есть. И плюс тут, как вы помните, мешочек был. Так, да не, не мешайте, пожалуйста. Итак, ну давайте включим сейчас. Надеюсь, они заряжены. Вот кнопочку у нас. Зажимаем. О, смотрите, как клево. Кстати, здесь разным цветом горит еще. Видите как? Итак, давайте посмотрим, насколько он сразу сейчас его определит. Вот JBL-овский у нас определялись моментально. Вот. Насколько здесь быстро это будет. Где там JBL? Вот FreeMotion, он, смотрите, нашел его. Подключение. Очень долго. Разрешить. Опять благословить. Все. Подключение. 90% заряжен. Молодцы. Итак, давайте посмотрим. Где здесь музыка? Покажите вас в телефоне еще раз. Зайцев. Зайцев. Так. Вот какие-то китс. Давайте детские послушаем. Так, тихо.
Это реклама. А реклама? О! Ну, одевай. Ну, кстати, музыку хорошо играет. Низкие тоже хорошо. Но мне кажется, все. А, сейчас, может, здесь просто звук не до конца. А, все. Не, хороший звук сейчас есть. Я... Слишком слышно громко. Слишком слышно. Отличный звук, ребят. Мне кажется, нужно глубже. Вот, еще раз в говорю. В этих ничего не слышно, окружающим, по крайней мере, когда полный фарш. А здесь прям ты идешь и музыка. Ну, слышно, да. Ставим лайки, подписываемся, друзья. Помните, 5000 подписчиков в конце марта. И да пребудет с вами сила.